снимают вас. Скрытая камера. Дружа спит. Дружа спит. Привет, ребята. Сегодня репортаж с места события очень классного. Берег Енисея, возле Абакана. Мы на барже. Собираемся плыть вон на тот берег. Рыбачить, жарить шашлыки, купаться, париться в бане, загорать. В общем, буду держать вас в курсе событий. Ваши первые впечатления? Первые впечатления прям офигенские. Офигеть, корабль. Вы не боитесь вообще в море выходить в открытое? Открытое море. Да. Купальники, нет. Купальники взяли? Взяли. В баню идем? Идем. Сейчас веники навяжем. Смотрите, с нами невидимка едет вон. И еще два. А тот заснули там двое. Я тоже скоро поеду. Я видела, ты там сама первая сидела, так на носу, короче. Не сильно страшно прям. А кто еще поедет? Страшно, сам. Знаете, чай.
Вот смотри, я сейчас собираюсь ехать. Что ты посоветуешь, как там что держать себя лучше? Как держаться? Потому что там маневры сгоняют. Не страшно было вылететь тебе? Мне было нормально, мне там никуда не было. А малявки? А малявки получали. Но они сейчас крепли в восторге. Конечно. Ну куда она денется? На горе мне денется. Ты еще хотела бы прокатиться? Да. Ну мы потом с Сашей поедем. О, вы розовая только с Сашей леди. Поедете? Нет, я с Ильей еще поеду, и Трофим с нами поедем. Мы еще с Сашей не катались, мы поедем. Да, ты с Сашей поедешь. Катя, с телефоном аккуратно. Катюня! Катя! Давай! РП-56-22 отправляется в путь. Ребята, погнали! Я следующая. Удачи! Мать, береги! Сейчас уже начнется. Что, страшно было тебе? Да. А мне нет. Тебе нет? Да. Нет. А тебе вот страшно было? Нет, не сильно. Первый раз. О, они сейчас едут, сейчас мы их... Как ваше впечатление? Страшно было, нет? Нет. Так, нормально все. Плавочки сухие, девочки. Труселя сухие, все нормально. Да, я буду на гитаре. Сейчас посчитаем. Катя, как ты впечатление? Все отлично. Что-то вы какие-то спокойные. Как там все? Лайтово. Лайтово. Я сейчас сяду, сяду. Все, я поехала. Друзья, я еду, короче. Блин, очень страшно. Я вообще не люблю вот эту всю хрень. Пипец. Ребята, как вы там? Живем, чтобы деньги свои тратить на эмоции, на развлечения, на удовольствие. И чем больше у тебя твоей энергии, тем больше к тебе приходит денег, установок, тем больше твоя жизнь улучшается и становится прекрасной. Блин, мы ускоряемся. Классно! Вообще какая красота вокруг. Смотрите, какие горы бархат. Так вот балдеем все вместе с нашими дорогими людьми. Офигенское впечатление. Я каталась внизу. Сколько глубина минимальная? Я еду второй тайм. Теперь я еду. Теперь я еду не в кабине, а в открытом пространстве с детьми. Куча детей. Резко бьет. У меня.
Ира, будь осторожна, сзади нападение. Мама! Коля, блин, я только люблю голод. А ты меня тут напугал. Давай меня с ним. Иди, иди туда. Все, фотайтесь, давайте. Человек-амфибия, вставай. Я пою, и звезды лета светят мне даже днем. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед. Я так хочу, чтобы маленьким и взрослым удивительные звезды дарили свет. Лето звездное, звонче мой. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. На страну, мою.